Получить субсидию на открытие или расширение имеющегося бизнеса может каждый. Предпринимательница из Ишеевки, заметив свободную нишу, не раздумывая, открыла свое дело. Начинала еще в 2015 году. Изначально это был простой фотосалон. Время шло, нужно было расширяться. К тому же в голове появлялись новые идеи. Здесь ты и пришел на помощь социальный контракт. Я обратилась в Министерство социальной защиты населения с просьбой помочь в реализации своих проектов. И оформила социальный контракт на максимальную сумму 350 тысяч. Купила Wave-принтер в этом году и комплекс для заправки картриджей. Сейчас Мария занимается фотопечатью, ОФ-печатью, изготовлением сувениров, заправкой картриджей. Клиентов хватает, а с покупкой нового оборудования их численность постоянно растет. Получить социальный контракт в Ульяновской области могут семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход на одного члена семьи не превышает МРОТ. Существует несколько вариантов помощи. Все эти направления, которые основные, это поиск работы, помощь в трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства и создание своего дела, можно получить 350 тысяч на развитие индивидуального предпринимательства. Напомним, социальный контракт как мера поддержки реализуется в регионе с 2021 года. В этом году планируется заключить 4200 контрактов. Кирилл Савосин, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ.